thank mm -hmm. you Письмо 483. Не верь тому, что стяжало нечто духовное. Не верь чувственным видениям. Потребно нам иметь более всего смирение искреннее пред Богом и перед всеми людьми, и более бояться и остерегаться самомнения и тщеславия, и самого тонкого, что мы стяжали нечто духовное особенно бойся верить внешнему и внутреннему свету и искусительным блистаниям. Малейшее в нас сомнение показывает уже, что это с противной стороны. А другие признаки, погрубее, явно уже доказывают, что это не вино духовное, а уксус вражий, который вскоре после показывает свое действие в различных страстях. Письмо 484. Молитва каждого должна быть сообразна с его мерою. Пишешь, что молилась псаломскими словами «Искуси меня, Господи, и испытай меня» и так далее, Псалом 25. И после этого испытала сильное нападение вражи. «Вперед так не молись! Эти слова Давидовы к тебе не идут». Молитва каждого должна быть сообразна с его мерою, должна быть смиренна и разумна. А ты сама не понимала, о чем молишься, просила Господа испытать тебя, а когда после необдуманной твоей молитвы Господь попустил испытание, то и оказалось, что ты ни к чему не годна, еще и немощна. Пишешь, что, потеряв молитву сердечную, ты осталась точно обезоружена. Я тебе уже писал, что во всех твоих искушениях и во всех необыкновенных действиях, бывающих с тобой, ты не должна оставлять молитвы. Не можешь молиться сердечную молитву, молись умом или устами. Как бы ни молиться, не оставляй только молитвы. При пострижении говорится постригаемому – что Он должен всегда имя Господа Иисуса в уме, в сердце, в мысли и в устях Своих иметь. Заметь не только в сердце, но и в уме, в мыслях и в устах, а в Тебе заметна неуместная настойчивость на Своем, чтобы непременно была у Тебя сердечная молитва, и когда ее нет, то и вовсе остаешься без молитвы. Пишешь, что когда с трудом старалась найти место сердечное, то стало тебя бороть осуждение ближних. Это и показывает, что молитва твоя еще неправильная, потому что плод истинной молитвы – смирение и любовь к ближнему. Пишешь, что враг шепчет тебе, что ты лучше всех. Подобные внушения от него к нему и относи. Самои же дела показывают, насколько ты хороша. В заключение скажу, что в искушении, особенно когда бываешь наедине, всего полезнее тебе молиться устную молитву, как заповедует и святой апостол. «Выну приносящее хвалу Богу, сирич плод у стен, исповедующих Господеве». Послание к евреям, глава 13, стих 15. Письмо 485. Дьявол склоняет нас к греху благовидными внушениями. В молитве не должно просить об исполнении воли нашей, но воли Божией. Пишешь о кончине вашей матери, и тут же пишешь, что тебя помысл все влечет вон. Разве хочешь, подобно ей, умереть где-нибудь на дороге? Говорят, что на нее напали разбойники. Но святой Варсануфий Великий говорит, что чувственные разбойники – суть рабы разбойников мысленных. Нападение первых показывает, что человек окраден вторыми. А мысленными разбойниками окрадается тот, кто принимает злые внушения, смешивая с ними свою волю. Внушение этих мысленных татей всегда беспорядочны и несообразны с делом, по слову Евангелия. «Не входяй дверьми во двор, но прилазя инуде, то и тать есть и разбойник» Евангелие от Иоанна, глава 10 стих 1. «Тать не приходит, разве да украдет и убьет и погубит». Святой Авва Дорофей, объясняя козни дьявола, пишет «Он не столько не искусен в делании зла и знает, что человек не хочет согрешить, и потому не внушает ему какие-либо явные грехи и не говорит ему «иди сотвори блуд» или «пойди укради», но находит в нас одно мнимо благое пожелание или одно самооправдание» И тем под видом доброго вредит. Так Он благовидными внушениями извлек мать из обители, и тебя смущает тем же образом, и вообще путает тебя пожеланиями своей воли. Описываешь в своем письме, как помысл понуждал тебя молиться, чтобы Господь ввел ум твой в сердце. Но ни у кого из святых отцов. Не видим, чтобы кто-либо из них молился подобную молитву. Полезнее молиться со смирением так. Господи, яко живеси, помилуй мя. Ими живеси судьбами, устроя мне полезное. Нам заповедано Господом молиться. Отче наш, да будет воля Твоя. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 9 и 10. Евангелие от Луки, глава 11, стих 2. Но нигде не сказано, чтобы можно было молиться так, «Да будет воля наша». А у тебя во всем, даже в молитве, проглядывает, что хочешь непременно, чтобы было по-твоему или по внушению вражию. Господь да сохранит нас от всякого зла и особенно от прелести вражей который явный признак – беспорядочное смущение и внушение самомнения, и вслед за тем – студные помыслы или пожелания мирские, или чувство гнева и раздражительности. 1869 год. Письмо 486. Ощутила благоухание от иконы. Видела от нее огненное пламя, оставляя такие вещи без значения. Пишешь, что испытала опять вражескую брань, и когда приложилась к храмовой иконе Божией Матери, то ощутила от нее благоухание, а в прежнее время однажды почувствовала, как огненное пламя вышло от этой иконы. По совету преподобного Марка Подвижника, должно такие вещи оставлять без значения, не доверяя им, потому что, как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, они бывают тоже и от прелести вражей. «Притом ты слышала слово, что Царица Небесная избавляет тебя от хульных помыслов, а потом все-таки на тебя напали такие же помыслы будь осторожна и не соглашайся ни с какими внушениями мнимо благими. Письмо 487. Бесовская правда вреднее лжи, ибо внушается с коварством для смущения христианина. Хотя враг, по-видимому, и правду говорит тебе – что я ничего опытом не прошел, а объясняю вещи только потому, как читал в духовных книгах. Но эту мнимую бесовскую правду нужно тебе отвергать. Во-первых, потому что сам Господь заповедует нам испытывать Писание, глаголя в Евангелии. «Испытайте Писаний, яковы вы мне те, в них имейте живот вечный». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. И преподобный Нил Сорский советует не делать ничего такого, на что не находим свидетельства в Священном Писании, ни в Писаниях Святоотеческих, хотя бы нам это казалось и очень полезным. Во-вторых, должно бесовское правдоподобие отвергать, потому что бесовская, по-видимому, правда вреднее самой лжи, как и самое хорошее питье, растворенное ядом, вреднее испорченной воды. Бес, как бы что ни внушал правдоподобного, внушает это с коварством, чтобы смутить и спутать человека-христианина, и бесовское правдоподобное внушение растворено всегда ядом злобы и зависти. По этой причине и апостол Павел, отверг, по-видимому, справедливые слова пытливого духа, как означено это в Деяниях, глава 16, стих 16. В-третьих, должно отвергать бесовские внушения касательно духовного отношения, и потому, что ничем вражие помыслы так не угошаются, как исповеданием он их духовному отцу – а что худшие исправляют иногда лучших себя, этому видим пример в прологе, как обыкновенный диакон исправлял в ошибках по неведению такого святого Пресвитера, которому в служении, видимо, предстоял Ангел Божий, чистоты ради его. Правду сказать, что мне не следовало бы учить лучших себя ради непотребства моего духовного. Но мне жаль тебя, когда вижу, что враг тебе очень досаждает своими злыми кознями. И этой жалостью побеждаюсь и убеждаюсь объяснить тебе такие вещи, которые выше меня. Ты пишешь, что не можешь равнодушно смотреть на мать Игуменью, и потому удаляешься всячески, чтобы не являться ей на глаза. Это нехорошо и не полезно тебе. Лучше с усердием и с верою помолиться Господу Богу о ней, как умеешь. Тогда, может быть, и изменит в ней Господь неправое понятие о тебе, если это нужно будет, потому что, по слову апостола, все хотящие благочестно жить и гонимы будут. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. Наконец пишешь, что гордость и самонадеянность иногда очень беспокоят тебя. Оберегайся этих злых страстей. Из примера святого царя пророка Давида видно, что гордость и самонадеянность вреднее прелюбодействие и убийства. Последние привели пророка к смирению и покаянию, первые довели его до падения, как объясняет он в одном псалме говоря «не подвижуся вовек» – Псалом 29. По падении же своем совсем иное говорил. «Червь езм, а не человек, поношение человека и уничижение людей» – Псалом 21. Прочитай в первой книге Петра Дамаскина главу уезжая, как он может кто стяжать и истинную веру». Письмо 488. Лукавые помыслы должно приписывать не себе, а изобретателю их дьяволу. Я тебе указывал прочитать в третьей части добротолюбия, в первой книге Святого Петра Дамаскина, главу, уезжая, как он может кто стяжать и истинную веру. Там сказано о лукавых. Никто может разуметь, и ниже глаголотить, что о них, или обрести то, чью изобретатель злобы дьявол. И ниже. Аще помысл изнемокший и попустит мало, да не страшится, ниже отчаевается, ниже да приписует своей душе глаголимое от злоначальника прочти еще раз со вниманием всю главу и будь покойна. Что я тебе писал в последнем письме, этого нельзя было не сказать тебе для утверждения твоего на будущее время и чтобы ты разумевала козни вражей. Но смущаться и тревожиться не следует, а понимать злобу вражию и ей, а не себе, приписывать вражеские помыслы. Повторяю, будь покойна. Вкратце скажу тебе кое-что по содержанию первого твоего письма. Писала ты, что иной раз тебе кажется, будто в тебе умерло все, и что ты сама себя не можешь понять. В таком случае прочитывай в первой части «Добротолюбие» из семи глав святого Григория Синаита в конце, последнюю седьмую о прелести и деже и о иных многих предметах. И особенно обрати внимание в самом конце на вопрос и ответ. Что сотворит кто, егда преобразуется без в ангела светла? А в середине этой главы заметишь сказанное, что совет тогда достоверен, когда основан на Слове Божием и на Святоотеческом Писании. Еще писала ты, что по временам нападают на тебя помыслы гордые и самонадеянные. Но в этом же письме, описывая душевное свое состояние, говоришь, что ты подобно разломанному зданию, без окон и без дверей и так далее. Это самое и вспоминай, когда будут приходить гордые помыслы. И сама себе говори, разграбленный, разоренный чем гордиться. 1869 год. Письмо 489. О видимом явлении пляшущего беса и о причинах всего явления. Описываешь новое искушение, желая знать причину, чем ты подала такой повод врагу, что он явился пред тобой видимо, и плясал некоторое время, хвалясь, что он изобрел на тебя новое и сильное ухищрение к твоему уловлению. Думаю, что это новое ухищрение состоит в том, что он успел обокрасть тебя недостатком терпения и любви к ближнему, возбуждая в тебе гнев и недовольство против других» начиная со старшего лица, сожительствующей с тобою сестры. Так что и ко всем прочим явилось в тебе чувство не только нелюбовное, но как бы и пометозлобное и ненавистное. Такое окрадение вражей и не совсем мирное чувство к другим было причиной и того, что ты в последний раз приобщалась с такими рассеянными и развлеченными чувствами, как никогда, по твоим словам, не приобщалась. Потому что Церковь православная повелевает приступать к приобщению с чувствами мирными, чуждыми всякого сетования и недовольства на других, как читаем в начале молитв к святому причащению. Первое «примирися, тя опечалившим», та же, то есть потом «дерзая, таинственная брашная яшть». Гневному окрадению думаю, предшествовало другое незаметное окрадение, но вместе и довольно вредное. Вообще тебе скажу, что причину попущения на нас искушений вражиих святой апостол объявил ясно сими словами «Да десями пакостник плоти, да не превозношуся» Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Телу апостольскому досаждали палочные биения. Три краты, четыре десять, разве единое? Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 24. А нам враг досаждает разными своими злокозненными выходками. Это, кажется, началось еще в нашей обители. И, как показалось мне, по той причине, что ты не на то обратила внимание, в указанном тебе месте на 93-й странице из книги Восторгнутых классов, где Марк Подвижник пишет, что у кого начнется внутреннее действие молитвы, тот не должен обращать внимания ни на скорби телесной, ни даже на дивные творения Божии, как говорит апостол. Кто он и разлучит от любви Христовой, скорпли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. Послание к римлянам, глава 8, стих 35. И, продолжая, глаголит. «Яко ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начало, ни настоящее, ни грядущее» и прочее. Стих 38. И святой Исаак Сирин говорит истинно держащемуся молитвы и старающемуся соблюдать действия ее. Если бы и весь мир ругался, он не обращает и не должен обращать на это внимания. Господи, помози немощи нашей, якожевеси. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Письмо 490. Враг внушает гневливость, чтобы сделать людей неспособными к молитве и ко всякому доброму делу. В письме от 7 декабря пишешь, что у вас с Н какая-то не ладится. Тебе кажется, что она много переменилась против прежнего, а ей кажется, что ты переменилась в обращении. Далее сама ты говоришь, что хоть изредка на тебя находит сильное возмущение и раздражение. Это обеим вам искушение от врага, который не терпит, если где выдворяется мир и взаимная любовь. Особенно где люди заботятся преимущественно о молитвенном подвиге. Тут-то враг и старается выдворить с обеих сторон гневливость, которая делает человека неспособным не только к молитве, но и ко всякому доброму делу. Итак, блюдите себя, призывая всесильную помощь Божию, вооружайтесь против козни врага, ищущего нанести вам душевную тщету, и всячески старайтесь удерживаться от гневливого расположения, поминая апостольское слово. «Мир имейте и святыню со всеми, и в же кроме никто же узрит Господа». Послание к евреям, глава 12, стих 14. Письмо 491. Когда нападает страх вражеский, уместно читать слова 26-го псалма и других подобных. Ты жалуешься на страх вражеский, который у тебя бывал в некоторые дни, начиная с самого вечера, а в продолжении ночи оканчивался нелепыми и неприятными весьма для тебя мечтаниями. Когда будешь ощущать такой страх и вражеское нападение, то полезно тебе, по примеру древних отцов, произносить так, чтобы твои только уши слышали устами псаломские приличные к тому слова. Например, «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого боюсь» и весь двадцать шестой псалом. Также «Обышедше обыдошами и именем Господним противляхся им». «Обыдошами яко пчела сот, и разгоревшийся яко огонь в тернии» и именем Господним противляхся им». Псалом 117. -й. Еще «Суди, Господи, обидящая мя, побори борющая мя» и прочее. Псалом 34. Еще «Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи мне почися» и подобное. Псалом 69. На самом опыте увидишь, как велика сила богодухновенных псаломских словес – которые опаляют и прогоняют врагов мысленных, как пламень. 1870 год. Письмо 492. Врага рассуждениями не победишь, а смиренную молитву, о порядке духовной жизни и о любви к ближнему пишешь, что тебя иногда занимает мысль, как Деница из святоносного ангела обратился в сатану. Сама ты знаешь, что от гордости. Но помни, что тебе теперь крепче должно держаться молитвы и не увлекаться никакими ни помыслами, ни рассуждениями, хотя бы они шуи из стороны происходили, хотя бы, по-видимому, с десной. Молитва со смирением – непобедимое оружие на врага, а рассуждениями его не победишь. Слышанные, Н слова «чтобы тебе не смотреть в бездну, чтобы не закружилась голова» – это самое и могут означать, чтобы тебе не внимать никаким внушением и представлением вражей, хотя бы благовидным, хотя бы неблаговидным, они означают глубокую бездну, от которой у кого не закружится голова. Поэтому всего лучше презирать всякую внушаемую чепуху вражию и держаться единственно единой молитвы Иисусовой с верою и с смирением и упованием, что Сам Господь лучше нас покроет и защитит, и силен все нужное нам подать. Святой Лествичник говорит: Именем Иисуса Христа би ратники. Несть бо сильнее на них оружие, ни на небеси, ни на земли. И в деяниях апостольских сказано: Несть бо инаго имени Под небесем, данного в человецах, а нем же подобает спастися нам. Деяние, глава 4 стих 12. Тебе враг внушает искать высоких дарований. Ты прими это внушение по-своему, то есть с полезной мыслью, по свидетельству Священного Писания, из которого видно, что нет выше дарования, как дарование смирения, как и сам Господь говорит «смиряя и себе вознесется» Евангелие от Луки, глава 18, стих 14 этого дарования ищи, к этому дарованию стремись. После смирения второе дарование – очищение от страстей, особенно от главных, от словолюбия, от сугубого сластолюбия и тонкого любоимания. За очищением души от страстей милостью Божией последует воскресение ее и соединение с Господом если только душа, оставив всех и все, прилепится всем сердцем и всей любовью к единому Господу. Но испытавший любовь сию, Иоанн Богослов ясно показывает главный ущерб любви и недостаток ее, о исправлении которого всячески должно заботиться. Он говорит в первом послании своем, «Аще, кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит. Ложь есть. Глава 4, стих 20. Хотя тут выставлен самый грубый недостаток любви, но желающим приблизиться к Богу должно заботиться искоренять в себе и самое малое нерасположение к ближнему, ради чего и дана нам заповедь «благословлять гонящие ны», и прибавил апостол «благословите, а не кляните». Послание к римлянам, глава 12, стих 14. И, наконец, заключил. «Аще возможно, еже от вас, со всеми человеки мир имеете, не единому же зла за зло воздающе». Стихи 17 и 18. Чтобы достигнуть тебе такого настроения духа, молись почаще о главном лице – с которым ты благодушно не можешь встретиться, и оно от тебя убегает. Попущением Божиим это искушение обеим вам к испытанию, к познанию своей немощи и к смирению, чтобы понимали мы, что значат апостольские слова. Невысокое мудрствующее, но смиренными ведущийся. Послание к римлянам, глава 12, стих 16. Письмо 493. Враги шумом и гулом мешают внутренней молитве. Надо молить Бога избавить от всего, смиряя себя в молитве. Ты пишешь, что враги душевные воздвигли на тебя такую брань, что мешают тебе обычно совершать внутреннюю молитву, производя около тебя шум и гул, как бы пляску целого хоровода. Почему и спрашиваешь меня, скуда умного, что тебе делать и как поступить в таком случае? Надобно подражать угодникам Божиим, как они поступали в подобных случаях. Читаем в житии Арсения Великого, что он, иногда выставая от внутренней молитвы, гласно молился с воздетыми руками. Господи Боже мой, не остави меня, яко ничто же благо сотворих пред Тобой не же, но помози и сподоби положите начало. В краткой сей молитве угодника Божия выражается, во-первых, великое смирение и самоукорение и самоуничижение. Во-вторых, показывается, что угодник Божий не без причины так молился, а видно, за строгую жизнь Барим был помыслами возношения, от мысленных врагов, которые никого не оставляют в покое, а всех борют, чем кого могут. Особенно нам, немощным, потребно следить за помыслами возношения, которые для нас в бране духовной вреднее всего, как объясняет это преподобный Марк Подвижник аще быхом а смиренно мудрее прилежали, то не быхом требовали наказания. Вся бо злая и лютая, случающаяся нам, за возношение наше случаются. Аще бо апостолу, да не превознесется, ангел сатанин попущен быть, да ему пакости деет. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7 кальми паче нам, превознесшимся, сам сатана попущен будет попиратины, донди же смиримся». Восторгнутые классы – слово о пощении и смирении. Святой же Лествичник, с другой стороны ограждая нас от вреда со стороны брани вражей, поставляет для нас, як некую твердыню, блаженное смирение, глаголе о сем в двадцать пятом слове так. «Почему в то время ум наш, заключив себя в ковчег смирения, от души татцев не к родом пребывает, и только топоты и игры тати их слышит, но ни единым из них не может быть и искушен. По елику смирения есть такое сокровищное хранилище, которая для хищников неприступна. Отделение пятое. Не лишним считаю приложить к всему и другое место сего богомудрого отца, что значит возноситься и что значит не возноситься и что значит смиряться. Первый судит весь день. Второй, хотя не судит, но и себя не осуждает. Третий же, не заслуживая осуждения, всегда сам себя осуждает. Слово 25, отделение 19. И паки он же глаголит. «Видел я истинное смирение и не приметил в нем и тени клеветы, то есть и мысленного порицания других, кальми пачи гнева на других» потому что нельзя на ближнего разгневаться, если кто прежде не вознесется мыслью над ним, как объясняет это некто из богоносных отцов. По сим свидетельствам угодников Божиих, поверяя наше смирение или недостаток оного, или примечая окрадение возношений, искренно и со смиренно да повторяем пред Господом означенную молитву блаженного Арсения, восставая наону, когда беспокоим и будем от досаждающих нам мысленных врагов наших. Если же когда и сия молитва совершенно не будет успокаивать нас, то да подражаем и в другом действии блаженному Арсению. Он иногда посаждал около себя учеников своих, жалуясь на брань вражью. Можешь и ты иногда посаждать около себя сестру П. в случае нужды. Пусть сидит около тебя с молитвой или стоя, да прочитывает сколько-нибудь из Евангелия. Вот сколько Господь вложил в омраченный ум мой и сколько дозволило мое скудоумие, я написал тебе. К сказанному считаю не лишним приложить и сие. К преподобному Сесою Великому пришел один брат и говорит, «Отче, за молитвами вашими я содержу непрестанно память Божию, то есть молитву». Старец отвечал, «Это невелико, а вот дивно, если кто помощью Божией искренно может считать себя хуже всякого человека, хуже всякой твари. Прочти в Лествице со вниманием степени 24 и 25, -ю. и в последней степени особенно заметь отделение 5, -е, 7, -е, 8, -е, 10, -е, 11, -е, 12 -е и 13. -е. Да тут и все хорошо. Письмо 494 монах, имея только необходимое для самого себя, не погрешает, отказывая просящему. Монахам неприлично разузнавать, кто как жил и как умер, и порошить чужим ссором свои глаза душевные. Пишешь о работнице, скончавшейся, и спрашиваешь, не искушение ли это тебе, что помысл внушает тебе жалость о ней и понуждает заботиться о ее поминовении. Так что из пяти рублей, которые у вас были, вы отдали два священникам, чтобы ее поминали. Отвечаю, конечно, это искушение. Священное Писание говорит, «Благотвори ближнему, елика рука твоя может». Книга притчи Соломона, глава 3, стих 27. И преподобный Варсануфий Великий говорит, что если монах, имея только необходимое для самого себя, откажет просящему, то не согрешит. А вы разве живете выше учения Варсануфия Великого? Вы постоянно сами нуждаетесь, вам ли думать о денежном благотворении ближним? Если вы отдадите последнее, что вам самим нужно, то враг, который всегда вас борет, заботуя о ваших недостаточных средствах, еще более будет вам стужать этим. Хорошо ли вам через непосильное благотворение самим ввергать себя в смущение и заботливость и попечение, когда мы имеем евангельскую заповедь «Не пицитеся» Евангелие от Луки, глава 12, стих 22. Рассуждение – по учению святых отцов выше всего. Если вы ощущаете жалость к умершей, то вам при вашем положении приличнее не денежное благотворение за нее делать, а если хотите самим за нее келейно молиться, чтобы Господь, якоже сам весть, помиловал душу ее. И думаю, что если так будете делать, то и жалость и усердие ваше все это пропадет скоро. К тому же сверх всего скажу, что вам обеим неприлично и неполезно разузнавать, кто как жил и как умер. Для чего вам чужим ссором порошить и затмевать себе глаза душевные и сердечные? Господь глаголит в Евангелии. Блажение чистие сердцем, яко и Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. «А кто занавозит чужим ссором очи сердечный, хоть бы под предлогом жалости, и по этой причине не может зреть Бога? Кто такого одобрит? Не скорее ли пожалеть о нем?» Письмо 495. «Как писать о смущающих вопросах?» У тебя есть какой-то вопрос, да не знаешь, как это написать. Если при этом вопросе у тебя простое и покойное желание написать, то можешь написать вопросительно. Бывает ли в человеке такое-то и такое-то состояние? И относится ли оно к числу правильных или неправильных? И по какой причине к числу последних? Если желание написать это смешано с помыслом понудительным и смущающим до тревожности, то лучше это оставить, во всяком состоянии направляясь к заповедям Божьим и сохраняя себя от возношения и прелести вражей всегда и во всем. Если кто испутается в молитвенном подвиге, то для избежания конечного вреда Промысл Божий устраивает их на начальство, а не немощная и велихвалящаяся по пустому сила вражи. Их дело и занятие только смущать и путать, и вредить тому, кто от малодушия или возношения поддастся на их злокозненные внушения. Но, Господи, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Твоею благодатью. Письмо 496. Молитва прежде всего требует смирения, охраняющего от прелести. Прочти сама в четвертой части Добротолюбие краткое сказание об образе внимания молитвы святого калиста патриарха Константинопольского. Объясненное тобой действие не противно всему сказанию а в описании различных молитвенных действий сибирского старца Василиска есть глава, в которой сказано, что старец ощущал молитвенное глашение во всех членах своих и как бы какое-то звонцание, как выразился простосердечный старец. Но как у многих молитвенников молитвенное действие сердечное бывает различно, то преподобный Марк Подвижник неведущим преподает такой совет и такую предосторожность. Иное действие есть благодати, младенцу неведомы, и иное злобы, истине уподобляемы. Добро же есть на таковая невзирати, прелести ради, ниже проклинати, истины ради. Но вся упование приносите Богови, той бо весть обою полезная омнящихся от дела Оправдайтеся, Глава 28. Держись и ты этого правила, ограждаясь неведением и предоставляя все времени и рассмотрению по воле Божией, уповая, что силен Господь сохранить тебя от прелести вражей. Если только ты сама не подашь к тому повода самомнением, возношением и самонадеянностью от окрадения, через которые ты подверглась душевной беде, как сама это замечаешь и пишешь, что не могла осознать себя грешную и хуже всей твари, когда готовилась к исповеди и причащению святых тайн. Бойся этой беды, то есть от самомнения, возношения и самонадеянности, через которые прелесть вражия приходит и обладает человеком. Преподобный Исаия Отшельник пишет, «Если человек подвергался когда-либо какому-либо греху, то он до самой смерти не может быть без попечения относительно сего греха, хотя бы и мертвых воскрешал». Святой Симеон Новый Богослов после высоких видений и откровений всегда пересчитывал грехи свои, не только делом совершенные, но и в мысли бывшие, говоря так «Я грешник в том-то произволении, я грешник окаянный в том-то волею» и подобное. А ты пишешь, что сердце твое упорствовало сознать себя грешную. Явно, что тут предварило незаметное вражее окрадение самомнением и возношением. В таком случае сокрушенным сердцем должно преподать ко Господу и молить благость Его, чтобы избавил и уврачевал душу и сердце от такового омрачения и ослепления. И самая сильная брань бесовская, может быть, утверждается на затаившемся или таящемся самомнении и возношении, или попущается для того, чтобы не возноситься. Ежели всякая добродетель без смирения не может состояться, то кальми паче молитва прежде всего требует смирения, так как молящиеся имеют дело с гордыми бесами, которые, будучи сами бедны и ничего не имея, обещают другим богатство, показывая чужие ассигнации начальник их сатана не постыдился предлагать самому Господу царство мира, на что Господь сказал ему в ответ, «Иди за мною, сатану, писано бо есть, Господу Богу твоему поклонишися и тому единому послужишь, Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. Повторяй и ты тоже в свое время также знай, что молитва требует безгневия. Означенный калист патриарх говорит, молитва, разумеется, яко применяет смущение. Знамение же ее есть, аще коснуся кому, яко к тому не смущается, аще напаствует его и весь мир. Ты спрашиваешь, хорошо ли сделала, занявший для странницы пять рублей – и отдавший ей новые сапоги П, которые ей самой были нужны. Отвечаю, нехорошо, очень нехорошо и очень неосновательно. Вперед так не делай ни по какому поводу. Нигде не написано для милостыни занимать деньги и делать такое благотворение, за которым неминуемо следует смущение для тебя или для других. Я, кажется, тебе писал слово и совет Пимена Великого, что монах не солжет, если откажет просящему, что нет у него, когда не имеет излишнего, сверх своей потребности. А иначе он должен со смущением добывать себе то, что нерассудно отдал другому. Твое положение требует великой осмотрительности и здравого обсуждения. Письмо 497. Корень хулы ⁇ гордость. Избавиться от хулы невозможно ничем, кроме смирения и слез. На последнее твое письмо вкратце отвечаю, что состояние, о котором спрашиваешь, не подлежит сомнению, потому что имя Господа Иисуса впереди других наименований божественных произносится а только вещь весьма сомнительная, та, что ты не можешь сознавать себя грешнее и хуже других. Чувство это явно горделивое, от которого и рождаются, и укрепляются хульные помыслы и хульные глаголы, как свидетельствует святой лествичник, говоря, «Корень хулы есть гордость». Если желаешь смирить себя – то помни всегда слово одного святого, глаголющего, что самая исправная жизнь человека-христианина подобна только купели, а заповеди Божии подобны неизмеримому морю, как глаголит псаломник Господу. «Широка заповедь твоя зело» – Псалом 118. Если сравнить Великое море с малою кадочкой воды, то и нечем будет возноситься возносящемуся. Не вообще, — говорит и апостол, все согрешиша, и туни оправдаеми благодатью Христовой». Послание к римлянам, глава 3, стихи 23 и 24. Чтобы смирить себя, прими в помощи слова преподобного Григория Синаита, написанные в 115 главе, и почаще повторяй их себе знай, что ничем, кроме смирения и слез, невозможно избавиться от хулы. Еще писала ты, что приходил какой-то человек, от которого слышался смрад и зловоние, и после восстала на тебя сильная брань, а ты его неосторожно пустила в свою келью и спрашиваешь меня, кто это такой. Просто человек, одержимый различными страстями – но, думаю, подосланы к тебе подущением вражей. Ты испытала эту брань, а сестра Эн испытала сильную и долгую брань после того, как мерзкая женщина посидела на ее кровати. Вперед обе будьте осторожны в приеме мерзких людей, презирая все благовидные к тому предлоги, как я говорил тебе и лично. Время — всяцы вещи, — говорит премудрый Серах, так в письме. «Время принимать людей и время не принимать» — Екклесиаст, глава 3, стих 1. Святые отцы научают предизбирающего молитву другим деланием, что такой должен оставить и обычную дружбу прежних своих посетителей, а иначе не может иметь успеха в своем делании, оставляя беседу с Богом и беседуя с людьми о вещах и предметах суетных, а иногда и неполезных и зловредных. Не вообще апостол и святой лествичник глаголют единое слово Разумеей, да разумеет. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 38. О чтении отеческих книг не заботься, когда внутреннее чувство к тому не преклоняется глаголит некто, «стяжи Бога в себе и не востребуешь и книги». 1871 год. Письмо 498. С девушкой поговори сперва в церкви. С девушкой, о которой спрашиваешь меня, можешь сперва поговорить в церкви после службы, если, расспросивши ее, увидишь, что она живет по бозе и по совести, и основательная девушка, то можешь принять ее и в келии, что бы ни было. Если же увидишь в ней неосновательность, то не следует ее принимать. Письмо 499. Девушке давай свято отеческие книги и избегай споров, а если расстраиваешься разговорами, то и совсем уклонись. Девушке, о которой спрашиваешь, лучше всего можешь читать отеческие книги, а поменьше толковать. Сперва можно дать ей Аву Дорофея, а потом Марка Подвижника. Принимать же можешь с условием, только не говори если будет тебя слушать. А говори так, если хочет принимать отеческое учение, то может приходить. А если учение святых отцов не хочет принимать, и если будет продолжать спорить, то чтобы не приходило, потому что такие пустые споры и у тебя отнимают понапрасну время, и тебя расстраивают, и ей самой бесполезны еще оходящей к тебе девица. В обращении с нею держись опытного святоотеческого совета. Утопающему не давай руки, а подавай только жезл. Если в силах будешь извлечь его из глубины, то хорошо. Если же сил твоих не достанет, то оставь в его руках жезл твой, а себя сохраняет потопление. Разумей глаголимое. Если ты от беседы с нею расстраиваешься, то как можно удаляйся, всячески воздерживаясь от беседы с парливой. Кто не хочет слушать слов Священного Писания, того спорами не убедишь, а лишь себе повредишь и расстроишь. Апостол говорит, «Аще ли кто мнится спор в быте, мы таковаго обычая не имамы, ниже церкви Божией». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 16. «Мир тебе». Письмо 500. От спорливого характера толку в духовной жизни не жди. Когда ты меня спрашивала об известной девице, то о матери ее не написала мне ни слова, что тоже просится к тебе. Между тем, если бы прежде написала мне то, что пишешь теперь, то дело было бы яснее. Впрочем, и не зная еще всех обстоятельств, я тебе писал, чтобы с этой девицей поговорить сперва в церкви, чтобы узнать ее. И весь смысл моих писем более клонился к тому, чтобы ее в келью не принимать. Теперь же, так как обнаружилась путаница от матери, Оказывается, что тебе не следует принимать к себе ни матери, ни дочери. Если же мать будет наговаривать на тебя матери игумении, то нужно тебе это потерпеть. Пусть будет, что будет и что Бог даст. Пишешь, что тебе жаль самую девицу, потому что она жаждет спасения. Но со спорливым характером едва ли можно ожидать, чтобы был толк. В духовной жизни нет ничего хуже и вреднее спорливости. На время она иногда и притаивается, а после опять обнаруживается в прежней силе. А если дело затянется, то после труднее бывает развязаться. Пусть эта девица читает Аввудорофея. И если желает, то, как учит этот преподобный богоносный отец, того пусть и держится. Письмо 501. В Оптину девице можно приехать, а в свою келью не помещай. Известная девица, если пожелает, может быть у нас в Оптине. А касательно ее желания поступить в монастырь с тем, чтобы ты взяла ее к себе в келью, то ты сама знаешь, что ей негде поместиться у тебя. И если тебе принять ее к себе, то твоя жизнь должна расстроиться. 1871 год. Письмо 502. Искушение врага не от тайных ли и невидимых грехов. Со смирением молись об очищении от них. И прежде всего не осуждай никого и будь мирно со всеми. Вражий гул продолжает тебе досаждать. И враги всячески ухитряются уязвить душу твою стрелами гордости и возношения. И ты, разумея хитрость вражью, и вместе пагубу и вред сих страстей, то есть гордости и возношения, старайся смиряться пред Богом и людьми, и с самоукорением исповедуй немощь свою Господу, да подаст тебе всесильную помощь свою и избавление» рек бо сам Господь, без меня не можете творить и ничего же. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. И через пророка глаголит. Аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги. Псалом 126. И святой лествичник от лица страстей, то есть гордости и возношения, говорит. Ащий человек, выну будет укорять себя искренно и чистосердечно пред лицем Божиим, то презрит нас яко паутину. Нет ли или не кроются ли в душе твоей какие-либо затаенные немощи, ради которых враги доселе крепятся и надоедают тебе до изнеможения? Если и не можешь ничего такого отыскать, то все-таки молись со смирением Богу псаломскими словами. Грехопадение кто разумеет? От тайных моих очисти меня, и от чуждих пощади рабу твою. Псалом 18. У всех святых отцов единогласный ответ и совет в подобных случаях. Во всяком искушении победа – смирение, самоукорение и терпение. Разумеется, при спрашивании помощи свыше молись о сем и Царице Небесной и всем угодникам Божиим, каким ты имеешь особенную веру, чтобы помогли тебе избавиться от прелести бесовской. Прежде всего рассмотри душевное расположение, мирно ли ты со всеми, не осуждаешь ли кого. Письмо 503. При молитве должно быть и смирение. Враг сильно нападает на вас. Это от того видно, что обе вы помолиться любите, а смирение, потребного для сего, должно быть не стяжали. И выходит, что молитвою вы врага только раздразнили, а не имея нужного смирения, не имеете против него потребного оружия. Преподобный Филофей Синайский в 13 главе говорит – Многое смирение нам потребно, предлежащим к хранению ума о Господе, первее пред Богом и перед людьми, понеже гордым бесом брань имамы. И преподобный Исихий Пресвитер в 20 главе говорит, что подвязающемуся во всякое мгновение времени подобает иметь и при молитве внимание и смирение. Яко с гордыми бесами противными имеет он брань, да помощь Христову в руце сердца имать, за не Господь гордых ненавидит. Прочтите сами указанные две главы во второй части Добротолюбия. Прежде всего рассмотрите свое сердце, не таится ли в душе мысли-мнение, что хоть немножко, да лучше других живет. Такая мысль явно обнаруживает в нас горделивое самомнение, за которое, по слову святого Исаака Сирина, и попускается блудная брань и мучительство от бесов с этой бранью. Преподобный Марк Подвижник в слове о посте и смирении говорит, «Если бы мы старались о смиренно то не было бы нужды в наказании нас ибо все злое и скорбное, случающееся с нами, приключается нам за возношение наше. Если на апостола, чтобы он не превозносился, попущен был ангел сатанин, да пакости ему деет, тем более на нас, когда превознесемся, сам сатана попущен будет попирать нас, пока мы не смиримся. Матери и сестры, Умудряйтесь во спасение общими силами. Особенно помните, что гнев правды Божией не соделывает. Послание Иакова, глава 1, стих 20 1872 год. Письмо 504. Объясняет апостольские слова Яко же чадо света ходите. Всем нам полезно помнить апостольское слово «Яко же чада света ходите, плод бо духовный есть во всяцей благостыне и правде и истине». Послание к Ефесинам, глава 5, стихи 8 и 9. И то же самое слово в другом месте апостол повторяет с другой стороны. «Станете, уба, припоясаннее чресла вашей истинную», и оболкшися в броня правды, и обувши нозе во уготовании благовествования мира. Послание к Ефесинам, глава 6, стих 14. Под словом «истина» должно разуметь заповедь о любви к Богу. «Возлюбивший Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем помышлением твоим, и от всей крепости твоей». Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. Под словом «правда» разумеется заповедь о любви к ближнему. «Возлюбишь и ближнего твоего, яко сам себе». Евангелие от Марка, глава 12, стих 31. А так как эта заповедь не всегда бывает удобно исполнима, то апостолы заповедуют нам «облещися в броня правды» то есть не гневаться, не осуждать, не завидовать, терпеть обиды, укоризны и уничижения, любить врагов, добро творить ненавидящим, молиться за творящих напасть и изгонящие ины. Словами же «плод благостыни» и «благовествование мира» означается доброта, простота в отношении к ближнему и всякая благожелательность и дружелюбие, по сказанному «Мир имейте и святыню со всеми» Послание к евреям, глава 12, стих 14. «Взыщи мира и пожени и» Псалом 33. Или, как поет ныне церковь, «Простим вся воскресенье». Письмо 505. «При искушении от дьявола прибегай к твердыне смирения». Еще пишешь, что гул продолжается. Что делать? Надо терпеть. Святой Иоанн Лествичник пишет, что даже и смиренные люди слышат топоты душевных татей, но ни единым из них искушены быть не могут, потому что ум их, заключив себя в ковчеге смирения, от души татцев не крадом пребывает. Прибегай и ты в всем искушений к твердыне смирения, которая для хищников неприступна. Мир тебе. Письмо 506. Страху вражию не поддавайся, а полагайся на волю Божию. Пишешь о своих заботах и страхах и предположениях относительно будущего. Положись на волю Божию. Тверди себе, что будет то, что Богу угодно будет, и что всеблагий Господь божественным своим промыслом всячески устраивает о нас благое, полезное и спасительное. Страху же вражую старайся не поддаваться, а когда усилятся тревожные помыслы, отвечаем так. С нами Бог и прочее. Аще бо паки возможите, и паки побеждений будете яко с нами Бог. И иже аще совет совещеваете, разорит Господь, яко с нами Бог. И слово, еже аще возглаголите, не пребудет в вас, яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог. Господа же Бога нашего, того осветим, и той будет нам в страх яко с нами Бог. И аще на Него надеясь, буду, будет мне во освящении, яко с нами Бог. И уповая буду на Него, и спасуся им, яко с нами Бог. Письмо 507. Грешно говорить, что отрады не будет ни в всей жизни, ни в будущей пишешь о расстроенном положении Н. Что делать? Она не права тем, что слишком заботится о внешнем. Но когда человек находится в искушении, надо потерпеть ему, как и самой тебе внушает благой помысл. Сама видит, что лучше бы было любви ради прервать дремоту и выслушать Н, потому что любовь не только выше нашего покоя, но и самой молитвы, за что и наказана была вскоре стужением бесовским. Пишешь, что верно ни в этой, ни в будущей жизни не найдем отрады и милости. Так думать и так говорить нехорошо, особенно тебе, испытавшей на себе много явной милости от Господа. Кто не имеет отрады здесь и переносит это терпеливо, тот вполне может надеяться, что там, то есть в будущей жизни, получит отраду великую и несказанную. Мужайся и крепись, и уповай на помощь и милость Божию. Передай Энн, приветствие о Господе и благожелании, не заботиться по меры о потребностях внешних, а искать прежде Царствие Божие, а сия вся приложаться нам по неложному обещанию самого Господа. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Мир вам! Письмо 508. О страхе внезапной смерти и о частом причащении святых тайн. Пишешь, что ты боишься внезапной смерти. Надейся на Бога, что сохранит тебя от всего. Еще пишешь, что желала бы чаще приобщаться святых тайн, но этого у вас не дозволят. Можешь делать так Когда сделаешься нездоровы, можешь выставить причину болезнь свою и просить, чтобы тебя приобщили в Келии. Мир тебе и Духове твоему. Письмо 509. О помысле иметь свою келию. Касательно келии иметь оную или не иметь. Тревожащие тебя помыслы об этом, считай лютым искушением вражеским, чтобы смущать тебя и отвлекать от настоящего дела. Будет воля Божия, и полезно будет иметь тебе свою келию. Силен Господь устроить это, а неполезного добиваться не следует. Всеведущий Бог лучше нашего знает, что нам полезно. Полезное и устраивает. Мы же, с своей стороны, должны твердо помнить апостольское слово. «Любящим Бога вся поспешествуют во благое». Послание к римлянам, глава 8, стих 28. «И стараться во всяком положении и месте, и при всяких обстоятельствах, держаться благого, и прежде всего благой надежды, веруя слову лествичника, что иногда Бог и противными благодетельствует человеку. Сказано в Псалмах: Мир много, любящим закон Твой, и не стим соблазна, Псалом 118. Поэтому, если нас что-нибудь смущает или блазнит, то должны мы упрекать себя в недостатке любления закона Божия и смиряться и просить помилования и помощи от Господа. Мир тебе и молись о мне грешном. 1881 год. Письмо 510. Нельзя водиться одним желанием без рассуждения. Искусители и предводители их навел было на тебя великое искушение, и это явствует из того, что и далеко сущие родные твои подвиглись утешать тебя и успокаивать. Вперед, паче всего, остерегайся, малодушествовать, и не спеши, а будь осмотрительна, как недавно сделала ошибку. Не приискавшей удобной келии, объявила всем, что переходишь. Недаром сказано в Отечнике, что рассуждение выше всех добродетелей. А ты водишься одним желанием без рассуждения, не рассматривая вперед, удобно ли будет исполнение этого желания, и забывая евангельское слово самого Господа, глаголющего «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Крест означает скорби и неудобства настоящей жизни. Мир тебе, умудряйся во спасении. Несть бы наша брань крови и плоти, но ко властям тьмы. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Но тьма тьмою и останется, а мы довзираем ко свету. Письмо 511. О духовном странничестве. Враг смущает по печеньям о собственной келии. Пишешь, что ты во вражеском искушении утвердилась на мысли странствовать. Но утверждение это не твердо. Странствовать тебе не по силам, по твоему слабому здоровью, и по званию твоему оно тебе неприлично и несообразно, и даже неудобно и неисполнимо. И, кроме того, странничество духовное не в том состоит, чтобы странствовать по свету, а в том, чтобы, живя на одном месте, проводить странническую жизнь, не имея собственного угла, как сам Господь свидетельствует о своем странстве, глаголя «Лиси язвены имут, и птицы небесное гнезда. сын же человеческий не имыть, где главы подклоните». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. «Предводитель душевных врагов наших искушает тебя и смущает и путает по печеньям о приобретении собственной келии. Но ведь на все нужно ожидать воли Божией, равно и относительно келии нужно положиться на волю Божию. Благоволит Господь иметь нам свою келию добро и благо, не благоволит нужно потерпеть и покориться всесвятой Его воле. и промысл Божий всегда устраивает о нас то, что для нас полезнее. Мы же по неведению часто стремимся к противному. Убийца из кони грозил убийству, но сказано, что «не у прииде час сей» Евангелие от Иоанна, глава 7 стих 30. Един Господь ведает – как попустится ему устроить это злодейство, или совсем не попустится. Мученики, предаваясь воле Божией, одни умирали мученическую кончину, а другие по воле Божией просто умирали в темнице. Предадимся и мы воле Божией и всеблагому промыслу Господа, да устроит о нас благое и спасительное якоже весть, и якоже будет ему благоугодно. Письмо 512. Смертный исход сластолюбивого человека тяжек, а трудолюбивого легок. Скорбишь о преждевременной смерти племянника и о тяжкострадальческой кончине сестры твоей. Пишешь, что у тебя не выходят из памяти тяжкие предсмертные страдания сестры, которая, по твоему мнению, жила в мире хорошо. На это представлю тебе пример, думаю, и самой тебе известный. Один палестинский монах, возвращаясь из Иерусалима, видел славное погребение одного городоначальника, а пришедший в свою келью, нашел святого своего старца, растерзанным от льва. И преподобный Марк Подвижник пишет, что если человек склонен к отрадной жизни, то исход его бывает не легкий, а тяжкий, по причине преклончивости к сластолюбивой жизни, как сказано в 20 главе о законе духовном. Сластолюбивое сердце темницею и узами бывает душе во время исхода. Трудолюбивое же сердце дверь есть отверстие. Как бы не получить милость Божию, трудно ли, легко ли, лишь бы получить, а легко получают лишь одни смиренные, как свидетельствует о сем сам Господь в Святом Евангелии, глаголя «Научитесь от меня, я как кроток есм и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 29 и 30. Покойный наш старец-отец Макарий Недавно явившись во сне своей ученице, томимой недоумением, сказал: Терпи, борись и понуждайся идти тесным путем. Слово краткое, но многознаменательное и для всех нас необходимое до конца жизни нашей. Исполняя это, молись за себя и за меня грешного Мир Тебе. 1884 год Письмо 513. Враг старается нанести подвижникам хотя бы пред смертью какую-нибудь греховную рану, дабы воспрепятствовать им в переходе в будущую жизнь. Недавно, среди недосуга, раскрыл я толкование псалмов Василия Великого, и открылось место. «Боже, Боже мой, спаси мя от гонящих мя и избави мя», да никогда похитит яколе в душу мою, несущую избавляющую, ниже спасающую. Псалом 7. Святой Василий Великий пишет, что слова эти относятся к подвижникам, которых всячески враг искушает, особенно пред смертью, чтобы нанести им какую-либо рану, или хоть положить какое-либо пятно чтобы при исходе их иметь свое знамение к удержанию и препятствию в переходе в будущую блаженную жизнь. Полезно нам молиться сими псаломскими словами. «Боже, Боже мой, спаси от гонящих мя и избави мя». Письмо 514. Совет, утративший теплоту и утешение молитвы и обуреваемый студными помыслами. Письмо твое я получил. Пишешь, что на тебя нападают блудные помыслы, а от молитвы ты не имеешь того утешения, какое было прежде, и теплоты не ощущается. К молитве понуждай себя по-прежнему, не унывай и не охладевай. Хотя и бываешь иногда побежденную в помыслах, но опять же с новым жаром ревности и усердия обращайся к Богу и в смирении духа и уповании на Его милость продолжай обычные молитвы домашние и церковные, предавая всю себя воле Божией. Береги совесть свою и очи, имей страх Божий, чаще помышляй о смерти, о страшном суде, и о том, что если теперь не управишь себя в богоугодной доброй жизни, то после уж и совсем ослабеешь к добру. Противу блудных помыслов вооружайся воздержанием в пище и сне. Старайся всегда находиться в труде и пределе, а паче всего имей во всем и всегда смирение и самоукорение. Не осуждай никого. Смирение в том и состоит, чтобы никого не осуждать и не укорять, и иметь одежду и обстановку в келии простую. И спрашивая на тебя мир и благословение Божие, остаюсь с искренним благожеланием. Письмо 515. Не должно брать на себя непосильный труд лечить от духовных болезней. Ты все заботишься о каком-то будто не полученном мною твоем письме, в котором было написано что-то для тебя нужное. Чтобы успокоиться, опять напиши об этом. Я вчера разбирал твои письма, и их у меня целая куча, важных и неважных. А важнее всего то письмо, в котором ты пишешь, что ты по жалости и по мнимой любви взялась не за свое дело лечить сестру, которая больна не телесную болезнью. Я тебе говорил лично и теперь повторяю. Вперед не берись за подобные дела. Ежели Пимен Великий по смиренно мудрию и по охранению себя уклонялся от подобных дел, имея на то дарование от Господа. Ты кто такая, что дерзаешь на сие вещи непрошенные? Паки повторяю не дерзай вперед на такие вещи, если не желаешь подвергнуться сильным искушениям и навлечь на себя, во-первых, невыносимую брань плотскую, во-вторых, нападение и стужение от мысленных врагов, а в-третьих, гонение и от людей». Что за надобность самой себе навлекать такие страшные искушения? Преподобный Симеон Евхаицкий советует уклоняться от одержимых злыми духами, так как бывали случаи, что через них враг путал и духовных людей. Несмотря на мнимую жалость и на мнимую любовь, под которыми тонко скрываются самомнение и высокоумие. Ты сама должна знать, какие горькие плоды проистекают от этих страстей. «Послушай Писание, глаголющее, «Мерзок пред Господом, всяк высокосердый» — притча Соломона, глава 16, стих 5. Посмотри и на апостола Павла, что он говорит. Не повелевает ли он предать таковаго сатане во измождение плоти? Да дух его спасется в день Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 5. Вот пример истинного человеколюбия. А ты заботишься избавить человека от измождения плоти, чтобы доставить ему временное спокойствие, прикрываясь, может быть, и мнимую пользу душевную. Но дело это выше тебя. Ты не священник или иерей, который искусной исповедью имеет духовную власть помогать таким людям но и в таком случае не всегда последует совершенное исцеление. Это зависит только от воли Божией и от мановения самого Господа, который о всех промышляет и устраивает полезное и душеполезное и спасительное. Люди же не только не сильны сами собою что-либо сделать, но и не всегда понимают, что душеполезно для человека. Хотя иногда и мнимся мы усердствовать и жалость являть к ближнему, но весьма часто не понимаем ни других, ни себя, а лишь вовлекаемся в это тонким самомнением и высокоумием. Пусть эта больная понудится исповедовать новому вашему духовнику то, о чем тебе объявляла. А после видно будет, возымеется ли надобность приехать к нам. Если хочешь иметь действительную жалость к таким людям, то можешь посоветовать им, чтобы искренне исповедовали свои грехи духовному отцу и не стыдились ничего утаивать, так как наказание бывает человеку не только за грехи, но больше за недостойное причащение святых тайн. Самой же по своему усердию тебе выслушивать такие грехи очень-очень не полезно, ради искушений, о которых сказано выше. Пока устраивается у вас новое начальство, живи хоть и с трудом, где придется. А там, может быть, Господь поможет устроиться лучше, если постараешься воздержаться от самочинного, непрошенного усердия в отношении ближних. Прости же и остави. Письмо 516. Уныние бывает и от тщеславия, и от непосильного рвения. Пишешь, что тебя беспокоят два помысла. Один говорит, чтобы пойти в Троекурово, а другой, чтобы никуда не ходить из своей келии и обучать себя внутреннему бдению. Спрашиваешь, которого тебе придерживаться помысла. Ни того, ни другого живи в Севске и обучай себя пока наружному бдению, имея страх Божий и, пожалуй, посильное внутреннее внимание. С нам своим не доверяй. Замечаешь, что у тебя бывает уныние от большой суеты и от упущения правил, а также от большого понуждения и трудов. Прибавлю к этому, бывает уныние и от тщеславия, когда что не по-нашему делается, или другие толкуют о нас не так, как бы нам хотелось. Еще бывает уныние от рвения непосильного. Мера во всем хороша. Есть возраст духовный, как и наружный возраст. Как девятилетние не могут браться за то, что в пору двадцатилетним. Так бывает и в духовной жизни. Непосильным и неразумным рвением можно себе духовно живот надорвать. А если Господь кого и сохранит от всего, то, по крайней мере, в суе примет труд и скорбь. «Тише едешь, дальше будешь», — сказано опытными. Вредно не родить о должном, но небезопасно ретиться выше своей меры. Трех более всего держись. Страха Божия, смирение и всегдашнего покаяния. Письмо 517. Жить по-монашески в терпении и смирении. Поздравляю тебя с пострижением в Ресофор. Это первая степень монашеского образа. Сердечно желаю тебе пожить от селя по-монашески, в терпении и смирении, и во страхе Божием и хранении совести, как требуют заповеди Божией, начиная с искреннего покаяния пред Богом и Духовным Отцом. Начало же изначал – терпение находящих скорбей. Терпеть укоризны не только от старших, но и от младших, сознавая свои вины, за которые и нужно потерпеть со смирением и благодарением, чтобы загладил Господь и простил согрешения наши. Повторяю, понуть себя к смирению и терпению пред начальницей, сознавая вины свои, а если безвинно, то и еще полезнее потерпеть. Письмо 518. Внешними неудобствами душа очищается преждевременное уединение вредно. Письмо твое получил, в котором объясняешь свою скорбь касательно неимения своей келии и касательно неудобств жить в чужих келиях в многолюдстве. С одной стороны, справедливо. Так, в такой тесноте, как ты живешь, действительно жить неудобно. Но с другой стороны, скорбь твою до изнеможения душевного, нельзя одобрить ни назвать правую. Если мы желаем наследовать царство того, который во время земной жизни не имел, где главы подклоните, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20, то основательно ли поступаем, малодушествуя до изнеможения, касательно внешних неудобств? Тогда как имя-то и через них-то очищается грешная душа наша, как в горниле. Хотя я лично тебе говорил, как много ты себя повредила нерассудным желанием, но и теперь замечаю, что ты доселе доверяешься руководству влекущего желания, по-видимому, мнимо благого, но все-таки нерассудного и противоречащего отеческим писаниям в которых говорится, что желающий уединенной жизни наперед должен обучиться среди людей терпению, смирению, незлобию и долготерпению от поношений и уничижений и от неудобств, и прибавлено, что иначе не бывает. Святой Лествичник говорит, что безмолвие тела есть благочиние чувств внешних, а безмолвие души есть благочиние помыслов. Этому безмолвию и старайся обучаться. Сестрам, где ты живешь, можешь сказать так. «Если вы желаете, чтобы я у вас жила, то побольше молчите и без крайней надобности не рассказывайте разных роскозней и не делайте неуместных вопросов. Будем лучше помолчаливее жить, Внимая каждое своей совести со страхом Божиим. Если же иначе, то я долго не могу у вас пробыть. К матери казначей будь почтительна, но при случае говори откровенно, что ты бестолково и предначальственными лицами только можешь путаться. Просто откланивайся только. Наконец пишешь, что ты желаешь молиться и молиться. Молись про себя, ища одной только милости и воли Божией. В церкви ли бываешь, в неле церкви, идешь ли, сидишь ли, лежишь ли, молись, Господи, помилуй, якоже веси, якоже волеши. Письмо 519. От ближнего живот и смерть. Как тебе быть в теперешней твоей келии? с безграмотную схимницу, с сборщицу, с не имеющей произволения к монашеству и со слепою. Как тебе держать себя в этом обществе, об этом определенного наставления не могу тебе дать. А смотри сама и рассуди, и ищи только своей душевной пользы, и заботься о том, чтобы не потерпеть в чем душевного вреда умудряйся среди настоящих твоих неудобств. Веля читать что-нибудь, что-нибудь и прочитай, хотя вот только без всяких толкований и поучений. Вот что пишет Авва Дорофей, и читай, а от себя ничего не прибавляй. Помни слова, сказанные в старчестве. От ближнего – живот и смерть. Про мои же письма – публично объявлять нет надобности. Можно промолчать, когда можно. А скажу вкратце, умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь. Послание к Галатам, глава 5, стих 22. Которое и есть исполнение закона. А как Послушай того же апостола. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Письмо 520. С нам не верь. Жалости и усердия не бывают без тяготы и скорби. После праздника получил от тебя два письма – посылаю тебе на твои нужды 10 рублей. Сукно можешь употребить по усмотрению. А поминай только на чтении псалтири и в келейных и церковных молитвах Иоанна и Софию Сачады. От их усердия тебе посылаются деньги. Если будет усердие, можешь прилагать и имена детей их, девиц Н, О, отроков И, Д, М, младенцев С, Е, Н. А главное, поминай родителей их, насколько достает расположение душевного к тому. Сну своему не верь. Это явное искушение от врага, так как выставляет тебя паче всех иных. Также не верь тому, что будто ты загребла обеими руками. Мало ли чего можно загребать руками. Касательно же непонятного искушения, скажу тебе, что оно попустилось за то, что по усердию своему ты приняла участие в сестре Анне. За это и должна понести тяготу ее искушения. Много бы нашлось людей изъявлять жалость и усердие даром. Но так как приходится через такое усердие несть и тяготу, и скорбь, и искушение – то не у многих продолжается такое усердие. Для избавления молись так. «Господи, за молитвы сродника, преподобного Иоаннике, помози мне, окаянный». Сестрам К и Е можешь отвечать. Так как теперь в обители нашей обстоятельства мудреные, а вы малодушны и непостоянны, и ходите во многие келии, то и не могу я принимать в вас близкого участия, чтобы самой на себя не навлечь скорби и неприятности. Когда МН приедет, то можешь поискать себе и другую келью, более удобную. Вперед знай да ведай, как являть жалость и к кому. Письмо 521. Лучший грешник, кающийся, чем праведник возносящийся. Пишешь, что лучше не грешить, чем каяться. Не грешить хорошо, а согрешившему похвально покаяться. Если удержишься на первом, хорошо. А не удержавшись, другого средства нет у милости ведь Бога, как покаяться. А что ты объяснила, в этом и запинаться не следовало бы и запинание твое указывает на ложный стыд. Еще скажу, Богу приятнее грешник кающийся, чем человек не согрешивший, но превозносящийся. Лучше согрешивший покаяться, нежели не согрешая гордиться этим. Фарисей удержался от греха, но за возношение и осуждение мытаря лишился пред Богом своей праведности. А мытарь и много согрешивший через смиренное сознание и понесение укоризны от фарисея получил не только прощение грехов, но и восхитил оправдание фарисея. «Иди и ты путем мытарева смирения. Это путь самый безопасный». 19 июля 1866 года. Письмо 522. Если наше прошение к Богу не исполняется, это не значит, что в Евангелии не все верно сказано. На это есть свои причины. Меня очень огорчило твое самосмыслие безрассудное касательно Евангелия, что будто бы в евангельском учении могло быть что-нибудь сказано и не так. Причину выставляешь, что твое желание и прошение давнишнее не исполняется, вопреки будто бы сказанному в Евангелии «Просите и дастся вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Поэтому дура ты из дур, и безрассудное твое мнение есть не что иное, как прелесть из прелести вражиих, началом которой была твоя же горделивость, которая хотя и прикрывалась до времени личиною внешнего смирения, но, наконец, показала великий свой рожон. Подумай сама, как велика гордость, если прошение наше не исполняется, то выходит, что в евангельском учении может быть что-нибудь не так. Это меня тем более огорчает, что, помнится мне, я уже писал тебе о сем слово святого лествичника, степень 26, отделение 60, где он говорит «Все чего-либо у Бога просящие и неприемлющие, конечно, по которой-нибудь из сих причин того не получают, или что прежде времени просят, или не по достоинству и с тщеславием или потому, что, получивши просимые, возгордились бы, или потому, что по исполнении их желания впали бы в нерадение. И святой Исаак Сирин в слове 33 говорит, «Не всякое желание добро от Бога впадает в сердце, но одно пользующее, то есть только действительно полезное. А вогда Бог желает человек блага, и не помогает ему Бог. Впадает бо и от дьявола подобное некое желание сему. И то не пщуется быть и в помощь, но ошибочно. И не несть меры его. И сам дьявол вред ему ухищряет. И понуждает человека взыскать сего, не уящее достигше жительства того. Или чужде есть образы его». Или паки не есть время, вне же мощно есть сие исполните, или подвигнуть. Или несть доволен вещью, или разумом, или телом, или времени подает нам руки. И всяким образом, а киличиною онага благага. Или смущает его, или вредит в тело его, или скрывает сеть во уме его. После всего скажу – смирись, оставь безумие свое. И за грех этот в продолжении сорока дней клади по пятнадцать поклонов с молитвою. Господи, прости безумие и прегрешение мои. 1867 год. Письмо 523. Гордым Бог противится, смиренным же дает благодать. Просишь скоро уведомить тебя, дадут ли что-нибудь на уплату долга вашего за келию, обещанные благодетели, а иначе вы с сестрою должны уступить кому-нибудь половину келии и принять товарку. Отвещеваем на Сие, были и есть такие благодетели, которые могут уплатить до полутора ста рублей, о чем я уже извещал тебя в одном письме, говоря так. Если можете с сестрой пешком прийти к нам, то получите больше. А если на лошадке или на двух приедете с сестрою или с кем-нибудь, то получите меньше, потому что из тех же денег нужно заплатить и за извоз. Но ты на письмо мое отвечала горделиво, что пешком прийти не можешь, потому что слаба, и более ничего не писала. Советую тебе осмотреться, и посмотреть на себя со всех сторон со светильником Евангельского учения, а то в тебе проглядывает немалая горделивость. Сама же ты должна знать, что у гордым Бог противится, смиренным же дает благодать. Послание Иакова, глава 4 стих 6. Тебе мать Игумения запрещает подавать советы сестрам, в каких бы то ни было случаях а ты об этом запрещении рассуждаешь с горделивым негодованием. Лучше смирись и покорись в простоте сердца запрещению матери игумении, так как сказано «Несть Бо власть, а от Бога». Противляясь власти, Божию повелению противляется. Послание к римлянам, глава 13, стихи 1 и 2. Напомню тебе и то, что ты за ревность твою неблаговременную и неуместную довольно наказалась, и потому нужно смиряться и покоряться воле Божией, выражающейся устами начальствующих. Повторю, смиряйся, и тогда можешь получить означенные деньги через почту или лично в конце августа, если рассудишь пожаловать к нам. Письмо 524. -е. Перешедшие в другой монастырь всегда испытывают тоску. Живя в тамошнем монастыре, не удивляйся тому, что иногда тоска отягчает душу твою. Все переходящие в другой монастырь это чувствуют, куда бы они ни перешли. Особенно остерегайся ропота на кого бы ты ни было ропот хуже и вреднее всего. Полезнее и покойнее винить во всем и за все себя, а не других. Особенно же должно остерегаться ропота на промысл Божий, через Матерь Божию все благое и душеполезное нам устраивающее. Только мы, человеки, по малодушию своему, часто безумно метемся и безрассудно скорбим – за устраиваемую нам пользу душевную. Письмо 525. Враг более всего восстает против молитвы. Качество молитвы определяется ее концом. Молитва без очищения помыслов и без перенесения скорбей совершаться не может. Касательно умной и сердечной молитвы, которой ты так расположен, скажу, что враг наш душевный не восстает так ни против какой добродетели, как против молитвы, в особенности умной и сердечной. Всеми способами подвязает человека на гнев и на немирствие против других, которые по своему неразумию, а вместе по наущению вражию, мешают нам проходить внимательную жизнь. Блаженный Илья Эгдик пишет, «Егда помолишься, яко же подобает, ожидай о них, яко не подобает, то есть гневного возмущения». Добротолюбие, часть четвертая. Патриарх Калист в четырнадцатой главе о молитве пишет, «Аще и уразумете, как уподобает молитесь, взирай, наконец, внимание или и молитвы, и не прельщайся. Сия бо конец возлюбленне, умиление есть всегдашнее, сокрушение сердца, любы ко ближнему. Сопротивное же явственно есть помысл похоти, шептание клеветы, ненависть ко ближнему, и елика сим подобно. Добротолюбие, часть 2. Преподобный Исихий Пресвитер пишет в главе 20. «Подобает подвязающемуся внутрь во всякое мгновение времени имейте четыре сия – смирение, крайнее внимание, противоречие и молитву. Смирение, яко с гордыми бесами противными, имеет оно брань, да помощь Христову в руце сердца имать, за не Господь гордых ненавидит. Внимание же, да присно сердце свое творит, не единого помысла имейте, аще бы и благ являлся. Противоречие же, да егда скоро уразумеет пришедшего, абие со гневом противословит лукавому, псаломскими словами. «Отвещаю», — глаголят, поношающим ми слово» – Псалом 118. «Не Богу ли повинеться душа моя» – Псалом 61. По противоречии же обе молитву до ко Христу с воздыханием безмолвным. И тогда сам подвязаяся узрит врага разрушающийся или прогоняемо поклоняемым именем Иисус, яко прах от ветра или якодым, исчезающий с мечтанием его. И в главе 31. «Подобает бы нам в общежитии пребывающим, добровольным изволением и добрым сердцем всю волю свою отсекать и преднастоятелем, и так о Богу, вспомоществующую, благообуздываемы и сами некак бываем и невольны. Хитрость же всем иметь и подобает, да не жалчию смущаемся, и ярость нашу бессловесни и через естественно движем, и тако недерзновенны на невидимую брань обрящемся. А быкла бо есть воля наша, не отсекаемы нами добровольне, гневайтесь на начинающих принуждение умную отсекати, и от уба ярость злящаяся подвигшися, погубляет разумение брани. Еже едва со многим трудом стяжать и возможно. Растлительно, бо ярость есть естественно, аще на помыслы подвигнется бесовские, растлевает и погубляет их. Аще же паки на человеке возмутится, растлевает и таку благие помыслы в нас. Ярость аще случится — вижду, яко растлевает все помыслы, аще лукавые, аще и правые. Оружие бо от Бога, и лук нам дадеся, аще не удерживается во обоих. Хотя же и не действует, но губительно есть. Аз бо вем, и пса дерзко, равно с волки, растлевающе овцы. Добротолюбие, часть вторая. Ревнующему о молитве следует всегда помнить слова самого Господа. Не всяк глаголей ми Господи Господи внидит в Царство Божие, но творяй волю Отца Моего и же на небесех. Евангелие от Матфея, глава 7 стих 21. Воля же Отца Небесного объявлена в Евангельских заповедях исполнение которых есть единственный незаблудный путь спасения. На семь пути должно иметь три признака – смирение, милость и любовь, которые различаются только одними названиями, свойства же их одинаковые. На сию троицу добродетелей весь полк бесовский ниже противовзирать и может. Добротолюбие, часть 2, Каллиста и Игнатия, глава 73. Преподобный Марк Подвижник в слове о покаянии говорит «Правое дело для начинающих, средних и совершенных есть молитва, очищение помыслов и терпение постигающих нас скорбей. Без сих трех нельзя совершать и прочие добродетели» да и самая молитва, без очищения помыслов и без перенесения скорбей, совершаться не может. В этой триплетенной верве, если где одна нить ее прерывается, там прерываются и другие нити. То же самое выражает и апостол Павел в первом послании к Солунинам, в главе пятой. «Долготерпите ко всем, Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите. Сия бы есть воля Божия. Стихи 14, 16, 17 и 18. А апостол Иаков объясняет, когда мы должны радоваться, то есть когда впадаем в различные скорбные искушения. Послание Иакова, глава 1, стих 2, которыми испытывается наша вера, а вместе очищаются наши согрешения. По крайнему недосугу хотел написать тебе вкратце, а по важности предмета коротко нельзя было написать. Помози тебе, Господи, утвердиться сестра в молитвенном подвиге и стяжать молитву истинную, а не кое-какую храмлищую, как обличает нас Иоанн Богослов в своих посланиях. Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. И сию заповедь имамы, да любяй Бога, любит и брата своего. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 20 и 21. Письмо 526. О перемене места не думай о перемене места ты не думай, кальми пачи не скорби, а лучше Царицу Небесную благодари, что хоть в таком месте устроило тебя проводить остаток дней своих. Когда же будут тебя беспокоить неудобства или болезненные страдания или что-либо подобное, тогда старайся не упускать из памяти слово Священного Писания. Многими скорбми подобает нам в нити в Царствие Небесное. Деяние, глава 14 стих 22. Письмо 527: Держись страха Божия, хранение совести и соблюдение заповедей. Держись страха Божия, хранение совести и соблюдение заповедей Божиих. Тогда тебе видно будет как нужно будет поступать в маловажных случаях, соображаясь с местными обстоятельствами. В чем окажешься виновный пред Богом и пред людьми, в том приноси покаяние и смиряйся. Не дерзай никого судить или осуждать, но во всяком неприятном случае стараясь возлагать вину на себя, а не на других, или за грехи свои – или что ты дала повод к скорбе своей неосторожностью и неискусством. 1873 год Письмо 528 Всякое послушание считай порученным от Господа через людей В письме своем описываешь свои немощи. И просишь моего грешного совета, чтобы тебе исправиться. Старайся поступать во всем по заповедям Божьим, и помни, что Господь присутствует и зрит твое расположение сердца. Послушание исполняя, считай, что оно тебе поручено от Господа через человека, и от усердия исполнения его зависит твое спасение. Считай всех лучше себя, а себя укоряй и всячески зазирай. И не стыдись за свои немощи, кланяться и просить прощения у ближнего, когда что имеешь на кого. Почитай каждый день, как бы он был для тебя последний, и мыслями своими чаще поставляй себя на суде Божием. Твори молитву непрестанно в сердце. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй мя грешную. 1884 год. Письмо 529. -е. По праздникам не работай, покойников не бойся. По праздникам не следует работать, довольно будних дней. Покойников не бойся, ведь ни один не встал. Этот страх от врага душевного. Твори молитву постоянно Иисусову. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. И не бойся, преодолевай свой страх, и Бог тебе поможет. 1886 год. Письмо 530. -е больным облегчается молитвенное правило. Пишешь мне о своем болезненном состоянии, что ты изнемогла до крайности, а между тем общая трапеза не может тебя удовлетворить, вследствие чего часто ропщешь. И несмотря на такое изнеможение, ты наложила на себя подвиг ходить ко всем службам церковным и, кроме того, ежедневно прочитываешь в Келии Акафист, Евангелие и Псалтирь по главе, вследствие чего тебе нет времени отдохнуть и нет усердия к послушанию. При твоей болезненности можешь к церковным службам в будни совсем не ходить, потому что и здоровым можно оставаться только до шестопсалми, кто имеет послушание. Келейное правило, которое ты на себя наложил, советую совсем оставить и употреблять это время на отдых. Тогда и к послушанию будет более охоты, и дух будет спокойнее. Не забывай, что послушание выше поста и молитвы, а от ропота старайся воздерживаться по мере сил. Продолжай исполнять заповеди отца П и по праздникам отнюдь не работай. Возверзи печаль свою на Господа, и той тебя припитает. Псалом 54.